Искать должников судебным приставам помогают сотрудники ГИБДД. В ходе совместного рейда взыскана задолженность по 12 исполнительным производствам. Инспекторы останавливали водителей, а приставы проверяли автолюбителей на наличие неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, налогов и алиментов. В ходе проведения мероприятия наложено 3 ареста на имущество должников на общую сумму более 100 тысяч рублей. В том числе арестовано отечественное авто одного из должников. Судебные приставы предлагали гражданам на месте погасить долг, взамен этого давали квитанции.